Здравствуйте! Тема урока – механизмы репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты, эксперименты Чаргафа. На уроке изучите механизмы репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты, научитесь описывать процесс репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты. Основной функцией ДНК является ее способность к самоудвоению. Репликация – это очень точный механизм, практически не допускающий ошибок. В самой ДНК закодирована информация о структуре ферментов, осуществляющих удвоение нуклеиновых кислот, синтез новых нуклеотидов, строительную базу репликации, а также репарацию по повреждениям ДНК, вызванных разными факторами. Сама структура ДНК, а именно наличие двух цепей в ее составе, является условием, облегчающим процесс копирования, поскольку в таком случае каждая из цепочек может выполнять роль матрицы при синтезе новых молекул. Подобное предположение высказали Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик еще в 1953 году, и оно получило экспериментальное подтверждение. Такой механизм копирования ДНК, когда каждая из цепей выполняет функцию шаблона, а вновь синтезированные молекулы являются гибридными, называется полуконсервативными. Кроме полуконсервативной, были предложены еще две модели репликации – консервативная и дисперсная. Дисперсная модель – родительская спираль ДНК при удвоении разрывается на каждом полуобороте путем множественной фрагментации, а синтез новых цепей происходит на фрагментах. Консервативная модель – спираль ДНК не раскручивается, она служит матрицей для двух новых цепей, в результате чего родительская спираль целиком состоит из старого, а дочерняя – из нового материала. Для того, чтобы объяснить, каким образом может самокопироваться или редуплицироваться такая стабильная и замкнутая на себе структура, как двойная спираль ДНК, Уотсон и Крик предположили, что ее цепи способны к раскручиванию и последующему частичному разделению вследствие разрыва водородных связей в каждой комплементарной паре оснований. Образовавшиеся одноцепочечные участки родительской молекулы могут служить матрицей, которые на основе комплементарности оснований присоединяются в соответствующие нуклеотиды. Эти нуклеотиды скрепляются между собой фосфодиэфирными связями с образованием новой цепи комплементарной родительской. Так как этот процесс происходит на каждой разделившейся цепи исходной молекулы, то в результате образуются двуцепочечные структуры, идентичные родительской ДНК. Такой способ репликации получил название полуконсервативного. Полуконсервативная репликация – это процесс удвоения молекулы ДНК, при которой каждая материнская цепь молекулы ДНК достраивает себе новую дочернюю цепь. В процессе репликации ДНК участвуют одноцепочечные связывающие белки, РНК-праймеры, праймер – короткий фрагмент нуклеиновой кислоты, олигонуклеотид, комплементарные ДНК или РНК-мишени служат затравкой для синтеза комплементарной цепи с помощью ДНК-полимеразы. Фрагмент Окозаки. Относительно короткие фрагменты ДНК с РНК-праймером на пятом штрих-конце, которые образуются на остающей цепи в процессе репликации ДНК. Ферменты, участвующие в процессе репликации ДНК. Топоизомераза, геликаза, РНК-праймаза, ДНК-полимераза 3 и 1, экзонуклеаза, ДНК-лигаза. Процесс репликации ДНК. Топоизомераза раскручивает двойную спираль ДНК, необходимую для осуществления процесса репликации. Геликаза разделяет двуцепочечную ДНК на одинарные цепи, разрушая водородные связи между основаниями и образует репликационную вилку, образуя две
одноцепочечные нити ДНК, ведущая цепь ДНК и отстающая цепь ДНК. Одноцепочечные связывающие белки стабилизируют одноцепочечную ДНК. РНК-праймаза синтезирует короткий фрагмент РНК, называемый праймером, комплементарной одноцепочной матрицы ДНК. ДНК-полимераза третья присоединяется к праймеру и катализирует синтез дочерних цепей на матрице ДНК по принципу комплементарности. ДНК-полимераза третья может добавлять нуклеотид ДНК только в одном направлении – от 5 штрих конца до 3 штрих конца. Одна из новых цепей, главная, создается непрерывно. ДНК-полимераза третья добавляет нуклеотиды один за другим в направлении от 5 штрих конца до 3 штрих конца. Другая цепь не может создаваться непрерывно, так как она движется в противоположном направлении, поэтому ДНК-полимераза третья может создавать ее только маленькими частицами, фрагментами Окозаки. Каждый фрагмент Окозаки начинается с праймера. ДНК-полимераза третья добавляет небольшой ряд нуклеотидов ДНК в направлении от 3 штрих конца к 5 штрих концу. Затем снова добавляет праймер, дальше внизу цепи и снова создает фрагмент Окозаки. Процесс повторяется. Как только создается новая ДНК, фрагмент экзонуклеаза удаляет все праймеры РНК с обеих цепей ДНК. ДНК-полимераза первая восполняет пробелы в ДНК на месте удаления праймеров. ДНК-лигаза объединяет между собой фрагменты ДНК на обеих цепях, чтобы создать непрерывную двойную цепь. А теперь давайте познакомимся с правилами Чаргафа. Это система эмпирически установленных правил, описывающих количественное соотношение между различными типами азотистых оснований в ДНК. Правила были сформулированы в результате работы группы биохимиков Эрвина Чаргафа в 1949-1951 годах. В работах Чаргафа наблюдалась так называемая тетрануклеотидная теория, согласно которой считалось, что ДНК состоит из повторяющихся блоков по 4 разных азотистых основания в каждом. Чаргафу с сотрудниками удалось разделить нуклеотиды ДНК с помощью бумажной хроматографии и определить точные количественные соотношения нуклеотидов разных типов. Они значительно отличались от эквимолярных, которые можно было бы ожидать, если бы все 4 типа были представлены в равных пропорциях. Соотношения, обнаруженные Чаргафом, для аденина, тимина, гуанина и цитозина оказались следующими. Содержание аденина равно содержанию тимина, а содержание гуанина – количеству цитозина. Количество пуринов равно количеству пиримидинов. Количественное содержание аденина и цитозина равно количеству гуанина и тимина. Малярное содержание аденина равно малярному содержанию тимина. Количество аденина равно тимину, а количество гуанина равно цитозину. Правила Чаргафа вместе с данными рентгеноструктурного анализа сыграли решающую роль в расшифровке структуры ДНК Джеймса Уотсоном и Фрэнсисом Криком. Перейдем к практической части нашего урока. Задание первое. Какое утверждение о комплементарности азотистых оснований в дезоксирибонуклеиновой кислоте является верным? Какой фермент соединяет разрывы между фрагментами Окозаки на отстающих нитях ДНК? Правильный ответ. Аденин комплементарен тимину. ДНК-лигаза соединяет разрывы между фрагментами Окозаки на отстающих нитях ДНК. Задание второе. Выберите ферменты, участвующие в процессе репликации ДНК. Верных ответов
4. Верные ответы. ДНК полимераза, геликаза, топоизомераза, ДНК лигаза. Задание третье. Отметьте верные и неверные утверждения. Правильные ответы. Репликационная вилка – это точка, где двойная спираль ДНК разделяется, чтобы обнажить две цепи в качестве матрицы для репликации. Верно. Ведущая цепь – это новая цепь, которая непрерывно синтезируется и следует за репликационной вилкой. Верно. Отстающая цепь – это новая цепь ДНК, которая синтезируется короткими фрагментами в направлении, противоположном движению репликационной вилки. Верно. Фрагменты Окозаки – это короткие фрагменты РНК, образующиеся на отстающих нитях ДНК. Неверно. Подведем итоги урока. Сегодня вы изучили механизмы репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты, научились описывать процессы репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты на основе правил Чаргафа. Урок окончен. До свидания.